Кошечке Терри около 1,5 лет. В руки волонтеров она попала в апреле. Как рассказывают добровольцы, Терра оказалась троянским конем, потому что потом она родила 5 котят. Все они нашли дом, а кошка осталась в приюте. После родов ее стерилизовали и привили. Переехала в приют, она пока адаптируется, но в целом можно сказать, что она очень контактная, очень ласковая, она не проявляет агрессии к человеку. Она хорошо подойдет в дом к деткам, хорошо подойдет в дом, где есть другие животные, потому что, в принципе, с кошками у нее нет проблем. Проблемы взаимодействия, поэтому надеемся, что она найдет свой дом. Коту Василию около 2 лет. Поступил в приют простуженным, поэтому его долго лечили. Незнакомые условия, больные уколы, таблетки – все это сказалось на стрессоустойчивости Василия. Котик стал пугливым и не очень шел на контакт. После кастрации Василия перевезли в мурдом, и процесс адаптации пошел быстрее. К нам на экскурсии приходят детки, и они играют, и тут выяснилось, что Вася у нас вообще с удовольствием играет с детьми, и то есть, если дети к нему просто подходят, он от них шарахается, но стоит им взять в руки игрушку, то он тут же прибегает, тут же начинает ее ловить, то есть в этом плане он абсолютно начинает с ними выходить на контакт. С другими обитателями мурдома у кота нет проблем. Он со всеми дружит и никого не задирает. Но если взять Василия домой, то нужно будет запастись терпением и через игры налаживать с котом взаимодействие. Василий подойдет в любую семью, за исключением семей с маленькими детьми. Выбрать и забрать питомца из приюта мурдом можно по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Вопросы по телефону 8-908-762-09-51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.